Объект SCP-173. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. Объект SCP-173 должен постоянно храниться в закрытом контейнере. При посещении персоналом контейнера с SCP-173 в контейнер должно входить не менее 3 человек, и дверь должна быть немедленно закрыта за ними. Два лица должны постоянно поддерживать прямой зрительный контакт с SCP-173 до тех пор, пока все сотрудники не покинут контейнер, и он не будет заперт. Описание. Привезен в зону 19 в 1993 году. Происхождение все еще неизвестно. Изготовлен из бетонной арматуры со следами разведенной краски, марки Крайлон. SCP-173 одушевлен и крайне враждебен. Объект не может двигаться в то время, когда находится в пределах прямой видимости. При работе с SCP-173 никогда не должен быть нарушен зрительный контакт. Персонал, предназначенный для входа в контейнер, проинструктирован предупреждать друг друга перед тем, как моргнуть. Объект, как сообщается, нападает, ломая шею у основания черепа или с помощью удушения. В случае нападения персонал должен применять действия по сдерживанию опасных объектов класса 4. Персонал докладывает о скрежете, доносящемся из контейнера, когда никто не присутствует внутри. Это считается нормальным, и о любых изменениях в этом поведении должно быть немедленно доложено действующему куратору HMCL. Красновато-коричневая субстанция на полу представляет собой смесь фекалий и крови. Происхождение этих веществ неизвестно. Корпуса должны очищаться раз в 2 недели.